Так что с ним случилось, с Рорком? Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос. Глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. Цель на крыше прямо по курсу. Требуется опознание. Сосредоточьтесь на вертолете на крыше поблизости. Передача изображения. Получение данных. Неопознанно. Подождите, пока он к вам повернется. Установка связи. Связь подтверждена. Можно приступать. Проверьте парашюты. Подожди, пока он перейдет на кухню, затем нейтрализуй обоих.
сзади. Вперед. Подключена. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? No sé cuándo toca divertirse. Confía en mí. Con ese quietón. Подожди пока, не уйдут. Мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и оттуда аварийная. За мной. Отключены. Аварийные еще работают. Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. ¡Eva! La cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado hoy. ¿Qué coño está pasando? ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Allá están! ¡No los veo! ¿Cuánto hay? ¿Qué coño es esto? ¡Un hombre herido! ¡Prende que esa luz ya! ¡Глядите в оба! Чисто.
почти у центра управления. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Вот они. Нужно обновление. Нас обнаружили! Обнаружили! Цели поражены. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам. Подцепляйтесь, я за вами. А вот они! Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю, никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! А, я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш!
сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Скаркроу, операция под угрозой! Подождите по воздуху с 52-го этажа! Вас понял, Шерима. Отправляем сейчас от 37-го этажа. Надо найти окно, прежде чем все это здание рухнет! Прыгаем отсюда! Быстрее к окну! Готовьте парашюты! Броня рушится! Держите вас кто-нибудь! Нахрен.